В эфире телеканала РБК. Андрей Левченко, здравствуйте. Общие экономические проблемы не могли не отразиться на рынке жилой недвижимости. Девальвация рубля и падение платежеспособности спроса ограничили возможности граждан при покупке квартир. За счет чего в этом случае целому ряду застройщиков удается в 2016 году активно развиваться? Почему с 1 января 2017 года дольщикам в новостройках не стоит опасаться быть обманутыми? Ну и ответим сегодня на главный вопрос, а когда, собственно говоря, покупать недвижимость? Об этом сегодня в студии. И в гостях Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Никита, приветствую вас в студии. День. Максим Гасиев, президент группы ПСН. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей удаленной студии в отеле «Арарат Парк Хаят» Вениамин Голубицкий, президент группы компаний «Картрос». Вениамин, тоже приветствую вас в программе. Добрый вечер. Да, ну хотел начать со слайдов, но буквально новость последнего часа. РБК сообщает, ссылаясь на Metrium Group, что в столице в ноябре 2016 года заключили 3800 договоров долевого участия на приобретение недвижимости в новых домах. И текущий год становится рекордным. На 56% больше, чем в 2015 году и в принципе больше, чем когда-либо. Вы можете прокомментировать, Никита, что в общем-то происходит? Если... Вы знаете, все просто. Люди поверили в то, что можно безопасно покупать на этапе строительства, но только по 214-му федеральному закону. Ровно поэтому они видят, что застройщики, которые строят, особенно в Москве, они строят только по... Да, это статистика по Москве. Да, да, это, но у нас и по стране статистика показывает о том, что у нас идет увеличение количества договоров долевого участия по 214 закону. Ну а Москва — это яркий пример того, как надо качественно строить и качественно продавать. Я понял, вот почему я удивился этим цифрам, поскольку есть другие цифры, которые показывают все-таки не положительную динамику, Максим, Никита, а отрицательную динамику. Итак, объем водожилья в миллионах квадратных метрах, разумеется, Российская Федерация, 2014 год, 84,2 миллиона квадратных метров было введено, 2015 85,3 миллиона квадратных, январь-октябрь 2016 55,6, в общем-то, остается ноябрь-декабрь, да. И вряд ли будут достигнуты показатели прошлогодние. Прокомментируйте, да, Никита. Да, вы знаете, действительно, 2014-2015 год были рекордными по объему ввода. И за эти два года главная динамика, о которой вы не сказали, это, наконец-таки, объем ввода индустриального домостроения превзошел объем ввода, в структуре ввода общий превзошел объем ввода и индивидуального жилищного строительства. Что касаемо этого года, конечно, мы видим некую корректировку. Я пока не могу сказать снижение. А все-таки ноябрь-декабрь — это два месяца, которые страна вводит. Жилья, да, это... Как 8 марта для цветочной индустрии, ноябрь-декабрь для строительной. Конечно. Да. KPI у всех, все стараются к Новому году сдаться, заселиться. Я согласен с ним. Да, но действительно, что мы видим? Мы видим достаточно серьезное снижение по объему ввода индивидуального жилищного строительства. Там процентов 10, да, снижение? Даже побольше. Если в общей структуре, если сравнивать период к периоду, даже побольше, чем 10% ИЖС. Это связано с тем, что, ну, все равно остаточные явления трудностей в экономике говорят о том, что доходы населения упали, а ИЖС — это и есть доходы населения. С учетом того, что мы не поддерживаем ни ипотекой, никакой государственной поддержки в ИЖС нету, то, что сейчас те меры поддержки, которые есть у застройщиков, конечно, люди, им дешевле не строить, а дешевле пойти купить качественный квадратный метр. Я понял, то есть вы предлагаете вынести за скобки объемы индивидуального жилищного строительства, поскольку это все-таки, да, не сфера, скажем так, ответственности Министерства строительства, это индивидуальный, это скорее макроэкономическая, абсолютно, проблема. Абсолютно. Я бы хотел сосредоточиться именно на индустриальном домостроении. Хорошо, Максим, но поскольку программа итоговая, хотелось бы узнать о настроениях в сфере застройщиков. Вот, скажем, ваши ожидания в 2015 на 2016 оказались хуже или лучше? Вот год завершается. Как завершает индустрия его? Вы знаете, лучше. Если не смотреть на цифры. Завершает лучше, потому что все-таки 15-й год был такой, знаете, посткризисный. Все еще переживали от резких изменений девальвации рубля. Там вторая половина этого года
рубль в общем стабилен, и это очень сильно вселяет уверенность в настроение людей. Потому что в начале года были некоторые сложности, мы помним, как прыгал курс, и была неуверенность, будет ли продлена поддержка государства в ипотеке. Программа субсидирования ипотечной ставки государственная. Да, совершенно верно. Государственная. Ее продлили, и это дало дополнительный импульс для развития отрасли. Я понял. То есть ожидания оказались лучше, чем думалось в 2015. Сути, да. Хорошо, но ведь программа закончится, субсидирование ипотечной ставки. Вот мне тоже интересно, что вы ждете от 2017-го? Я планировал этот вопрос задать в конце программы, но вот сейчас задам. Все-таки не будет этой поддержки, судя по всему. Ну, а может быть и будет. Ну, давайте, ну, во-первых, Никита. Ну, давайте, во-первых, не только, мы рассчитываем не только на поддержку государства, прямую поддержку государства в субсидиях. По сути, сейчас вот новый формат 214 федерального закона – это косвенная поддержка отрасли. Потому что то, что государство ужесточает контроль в отрасли и там, создание фонда, по сути, из такого... Давайте, не все знают, вы живете этим фондом, некоторые пояснения дадим. С 1 января 2017 года появляется компенсационный фонд, аналог агентства по страхованию вкладов банковского. И теперь любой человек, который оформляет и покупает квартиру по договору долевого участия 214 ФЗ, ну, практически на 100%, я вот, может быть, ошибаюсь, защищен от от банкротства, от ухода с рынка, от недобросовестности застройщиков. Правильно я понимаю? Я бы трудно сказать, на 100 или не на 100. Я бы сказал так. До этого был такой псевдорыночный механизм регулирования, потому что были страховые компании, которые якобы должны были заплатить в случае проблем у застройщика. Но по факту этого не происходило, либо происходило крайне редко. Сейчас государство взяло на себя обязательство. Для любого дольщика, для любого гражданина страны обязательство государства – это максимальное, что он может получить. Поэтому, конечно, максимальные гарантии. Предлагаю подключить к нашему разговору Вениамина Голубецкого, президента группы компании «Картрос». Он находится в нашей удаленной студии в отеле «Арарат Парк Хаят». Вениамин, а вот очень интересно услышать ваше мнение, этот компенсационный фонд покупателям квартир. Можно теперь гарантировать 100% того, что если даже уйдет с рынка тот или иной застройщик, то дом будет достроен и деньги не исчезнут, поскольку, ну, дольщиков-то обманутых немало, тысячи. Ну, у вашего вопроса на самом деле два аспекта. Один вопрос – это компенсация, а другой вопрос – это вера покупателя. Вы знаете, мы в таком патерналистской модели всегда существовали. У нас традиционно покупатель больше всего верит государству. И как только он понимает, что компенсационный фонд – это не какие-то компании, а это государство в лице, так сказать, уполномоченных на то структур, у него совершенно другое доверие и к застройщику, и к рынку. Вот в этом главный эффект и в этом главная, по сути, гарантия. Второй момент. Вы спросили, насколько оправдались планы застройщиков. Ну, я бы сказал, что все происходит ожидаемо, а вот что сильно может оказать поддержку рынку в 2017 году, и что уже сегодня на это проецируется, это проектировки бюджета, которые существуют. Два раза вот по 20 миллиардов, одни, которые связаны с фондом благоустройства, а другие, собственно, с жильем. Это очень существенная поддержка, потому что в предыдущие годы масштаб был 4-5 миллиардов. 20 миллиардов – это очень существенно. И мы с волнением ждали, как будет проходить бюджет Государственной Думы в этом плане. Вениамин, опять же, необходимо дать пояснение, о чем идет речь. И почему вас это взволновало. Я ведь помню, вы достаточно часто принимали участие в программе. И вы работаете в регионе, я имею в виду ваша компания. И вот эти 20 миллиардов, о которых вы говорите, это деньги на развитие территории. Правильно я понимаю? Совершенно вы, верно. Вы ведь неоднократно подчеркивали, что вы не продаете квадратные метры, а вы продаете вот развитую инфраструктуру. И уже люди устали от этих домах чисто. Мы продаем качество жизни, мы об этом всегда говорили и говорим об этом с 2006 года. И вот когда социальная и дорожная инфраструктура оказываются поддержаны, совершенно другое качество застройки, другое доверие и другое голосование рублем населения. 20 миллиардов – это очень существенная сумма.
Я понял, Никита, расскажите вот об этих 20 миллиардах. На что они пойдут и вообще какие задачи стоят? Эти 20 миллиардов, которые идут на поддержку социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры при комплексном освоении территории, при развитии их территории, это в рамках нового приоритетного проекта ипотека арендное жилье до 2020 года. А кому эти деньги будут Они направлены? Уже распределены в бюджете по субъектам. Эти деньги направлены на поддержку в конкретных проектах конкретной социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. То есть, если субъект принимает решение о том, что он для него тот или иной проект приоритетный в субъекте, там жилищного строительства, правильно? Только жилищного строительства. Так. Там есть всегда какое-то количество детских садиков, школ, дорог внутриквартальных. Застройщики за свои деньги строят инженерные сети. Вот если субъект принимает решение, что этот проект приоритетный, то на него могут выделяться средства. Но очень важный нюанс. Как они выделяются? Раньше программа была сделана так, что субъект должен был представлять региональные программы свои. А сейчас все просто. Сейчас эффективность использования рубля на метр. То есть формула простая. Чем больше ты вводишь метров, тем эффективнее федеральные деньги тратятся на социальную, инженерную, транспортную инфраструктуру. По сути, мы убираем издержки у застройщиков, а тем самым делает доступнее квадратный метр, особенно в регионе. Я понял. Никита, совершенно о других объемах идет речь. Мы не будем забывать, что мы планировали 100 миллионов квадратных метров построить. И традиционно мы думали... 2020 году. 140. Да, к 2020 году. 140, коллеги, не 100. Коллеги, к 2020 году 100 миллионов квадратных метров жилья. Это утверждено в паспорте приоритетного проекта. Я понял. Все, Никита, возвращаясь к компенсационному фонду, а есть еще другой способ, а может быть радикально поступить, прекратить продавать квартиры на стадии котлована? Отключите микрофон. Вы ведь, давайте возьмем европейский опыт, например, вот смотрите, спрос на квартиру в зависимости от стадии строительства, предлагаю посмотреть на этот любопытный слайд. Так, 39% покупателей покупают на средней стадии, это вот стены видны. Введены в эксплуатацию 28%, треть. На уровне котлована каждый пятый 22%. На стадии отделочных работ 11%. Вот. И возникает вопрос, в Европе ведь этого нет. Вообще, может быть, это следующий шаг? Нет такой идеи? Первое. Во-первых, ни в одной стране мира нету такого механизма, как покупка квартиры на стадии строительства. Да. Есть различные схемы, в первую очередь в Америке, но они связаны с так называемыми эскроу-счетами. По сути, мы предусмотрели возможность работы по эскроу-счетам, но это банковский продукт. Банковский продукт должен быть сформирован. И он должен быть уж точно доступен с точки зрения, сколько это стоит. Потому что любые удорожания, она перекладывается на стоимость метра, соответственно, на гражданина. Да, а что значит для граждан цена? Я сейчас результат опроса продемонстрирую в социальной сети ВКонтакте. Мы предложили ответить на вопрос, а какой фактор при покупке квартиры станет для вас определяющим? Ну, в общем-то, сенсации не получилось. 50% говорят, главная цена, куплю что угодно. Местоположение приблизительно треть. И вот это любопытный ответ. Я, честно говоря, таких цифр не ожидал. Предпочту аренду. Максим. Ну, вы знаете, во-первых, что касается цены. Вот сейчас даже в одном ценовом диапазоне на рынке очень много продукта, очень много квартир, много проектов в Москве, в частности, может покупатель выбрать. И власти становится труднее выбирать по цене, и в игру вступают другие факторы. Не цена, а качество, что, в общем, хорошо, что позволяет конкурировать не ценой, а качеством продукта, и для покупателя это в итоге очень выгодно. Там, какая архитектура, кто был архитекторами, насколько там, что с дворами. Но есть это там комфортное жилье и, скажем, любое премиум-класса, да? Нет. Знаете, вообще в целом на рынке происходит такая тенденция. Решения из элитного и там премиум-класса постепенно переходят в сегменты комфорт-класса и стандартного класса. Максим, а вот ответьте, а такая тенденция не наблюдается? Доля квартир с отделкой от общего объема предложений, тоже цифра любопытная, заинтересовала меня. В Москве
квартиры с отделкой составляет 12% от общего объема предложений. Только это будет, 12% в Москве. Это будет меняться. Подмосковье 16%. А ведь я уверен, и мы тоже зрители спросили в Твиттере, вы предпочитаете покупку квартиры с отделкой или без нее, и почему? И вот какие варианты ответов были. С отделкой. Сделать полноценный ремонт самостоятельно, это еще плюс треть стоимости квартиры. С отделкой, пусть не полной, но качественной. Какой процент россиян может позволить себе купить хоть какую-нибудь квартиру? Это вообще об отсутствии денег. Взяли с отделкой, потому что в ипотеку нет денег, свободных на ремонт. Почему так мало квартир с отделкой? Я бы, знаете, сравнил это вот раньше. Покупали компьютеры, PC, и все говорили, для того, чтобы купить хороший компьютер, нужно его самому собрать. Какой будет монитор, какой будет винчестер, какой будет процессор. И без этого хороший компьютер купить нельзя. А потом появились коробочные решения, все в одном, где у тебя уже все упаковано, ты ничего изменить не можешь. И люди, как ни странно, начали выбирать все чаще и чаще этот продукт. То же самое происходит с квартирами. Такое вот историческое прошлое, когда люди любили ковыряться в своих квартирах, сами делать планировку, сами там все выбирать, это было прекрасно. Но сейчас с ускоряющимся темпом жизни все больше и больше люди будут предпочитать готовые решения. То есть это нас ждет, понятно. Хотел бы подключить опять к разговору Вениамина Голубецкого. Вениамин, а вопрос такой, хочется к ценам вернуться и еще раз задать вопрос вам. Что будет с ценами? Понятно, что вы будете говорить, что они растут, но в данном случае насколько, можно ли быть уверенным, что это состоится в 2017 году? В 2016 мы видели стагнацию, все практически на нуле. Что вы сейчас ждете? Я думаю, что, скорее всего, в 2017 году состоится рост цен, хотя бы потому, что выросла себестоимость строительства, выросла гарантированность, как мы только что говорили, для жителей. Поэтому цена, конечно же, вырастет. И второе, вы посмотрите закладку проектов. Мы так гордимся цифрами сдачи, а посмотрите, сколько закладывается новых проектов. Сколько? Перспективы-то не суперрадужные. Но там на сокращение примерно на треть, а в некоторых регионах на две трети. А если вы по регионам посмотрите, то в регионах работает сегодня 4-5 компаний из российских крупных компаний. Это тоже характеристика того, насколько там устойчив рынок и насколько активно они там работают. И, кстати, я не согласен с вопросом по отделке. Это совсем неоднозначное решение, что люди будут предпочитать квартиры с отделкой. Вот перспектива в том, что будет предлагаться весь спектр услуг. Если человек хочет, он может это получить. Он может рассчитать цену отделки применительно к жилью без отделки и получить эту услугу там же, где он покупает квартиру и, скорее всего, от того же застройщика. Я понял, спасибо. Во всяком случае, мы это практикуем. Это был Вениамин Голубинский, президент группы компании «Картрос». Никита, важнейшее событие 2016, по крайней мере для меня, запуск проекта с арендным жильем. Да, действительно. Мало времени. Вот. Да, это пилотный проект, который делает ИЖК, реализует. Это начала реализация в Москве. Это чисто рыночные условия, но сегмент вроде рынка, но перечень услуг, которые представляют, то есть перечень продукта, уникальность продукта, может говорить о том, что за этим будущее. Особенно в регионах, где есть спрос и где есть постоянная увеличивающаяся заработная плата. Ну, смотрите, там как получается? АЖК выкупает квартиры, да, которые сдают в аренду, и любой человек, я так понимаю, может заработать на этом деньги. Да, абсолютно верно. Это закрытый паевый инвестиционный фонд. Это, еще раз, это новый продукт, о котором мы будем говорить в следующем году, как уже он уже состоялся, а в следующем году мы покажем его эффективность и те плюсы, которые он дает, если ты молодой перспективный менеджер, работающий в Москве, тебе не нужно покупать квартиру, но ты можешь пользоваться суперуслугами, которые есть внутри дома. Я так понимаю, что наш коллега тоже сейчас ведет переговоры с ИЖК по продаже одного из своих домов. 10 секунд. Никита, два слова. А вы прогнозы по ценам на недвижимость даете? Вы знаете, два слова. Да. Будут расти или что? Мы хотим, чтобы они росли. А мы не хотим. Мы хотим, чтобы все-таки они были доступными. Доступны и расти – это разные вещи. Это разные вещи, это повод встретиться. Гостем программы были Никита Стасишин, заместитель министра строительства ИЖКХ Российской Федерации, Максим Гасиев, президент группы ПСН. Желаем удачи. До свидания. Перед полетом у меня сильно болела спина. Надо же, не болит. И уже столько часов.
Сегодня утром она использовала Вольтарен пластырь. Это единственный лечебный пластырь. Он помогает устранить и боль, и воспаление благодаря активному ингредиенту, который поступает к источнику боли в течение 24 часов. Вольтарен. Свобода движения.